Друзья, второе видео уже начинаем. Короче, одежда. Я знаю, много народ ждет одежда. Но сначала мави поедем, потом посмотрим. Интересно, несколько фирма есть. Да, и здесь аутлет тоже есть, друзья. Обычный магазин есть, еще аутлет на магазине есть. Также магазин, также сети. Вот, что-нибудь ел наверху. Продолжаю, друзья. Давайте, поехали. Друзья, не забывайте, у нас в Турции есть несколько магазинов, которые среди народу. Одно называется де-факто, другой вакики, друзья. На это два сети, которые, два магазина огромные, везде есть у них. Везде есть. Но у них модель, которая средненько, которая качество не такое супер-купер, но все равно я покупаю туда себя. Не, моя жена, которая, и дети, других мест, маби идет там. Не знаю, у них там что-то покупают, но я себя покупаю туда, в Акики. Особенно в Акики джинсы, мне очень-очень понравится. На этом магазин Жолья, друзья. Очень дорогая магазин, очень. Терков центр есть миллион магазин. Мы снимаем несколько магазин, потому что что? Они продают очень дорого. На этом пути до конца есть один кожаный магазин. Реально дорого продаются. Реально. Я понимаю, торговый центр дороже, который дороже у них аренда, но не должно быть сколько дорого. Бэймен, туристская фирма, классические, друзья. Одежда. Тоже советую, если вам там что, офисной работе. Это здесь мужской. Офисная работа, что-то Бэймен можно идти купить. Цена средненькая, друзья, не очень такое дороговато. И здесь Revice магазин, Levi's, который. Пойдем джинсы, покажу вам, сколько стоит здесь джинсы Revice. 1700 лира. Оригинальный магазин, друзья, здесь. Свой магазин. 9000 лира джинсы. 2500. 3, наверное, туда. Так поднимаются. Но я знаю туристические базары, которые я вижу, джинсы, которые они 150-200 долларов продают. 2750. Вот такой пиджак Levi's. И здесь мужское части. Покажу вам женские части. Женские футболки, друзья, почем? 700 лира. Время? А второй, короче, с 50% скидка. 700 лира, короче, 900 лира платишь. Вот, два штук футболка возьмешь. Бытын урынлардан была? Панталонларда? Да. Bizde de var mı? Var abi. Valla. Hayır işine bakıyorsunuz mu? Всех говорят, всех, а второй 50% скидка. Два джинса покупаешь, короче. Посмотрим сначала модели, потом почитаю, сколько деньги. $9100 лира, друзья. И здесь тоже женские, которые там до конца есть. Модель у них, которая немерена. Но мужской такой футболки Revice 1300 лира. Это 1200 лира. Посмотрим немного. Тоже 50%. А второй футболки тоже, а второй 50%. И здесь написано «Икинджи урин», а второй продукте, короче, второй вещи. Вот это русский свет. Много раз я видел в России вот такой. 700 лира. Вот наш турецкий свет. 1000 лира. Представляете? $700 лира.
такой модно, друзья, такую. Не знаю, почем цена, но такой модно. У меня такой нету. Hayır işine bakıyor musunuz bugün baba? Doğrudur abi. Hayır, hayırına bir şeyler varmış. Hayırına giydirin abi o zaman. He? Hayırına giydirin. Bir giydirin abi. Ne var kocaman mağazanız var lan. Utanmıyorsunuz mu? Duva Trista. Ribeye spotta koyduruz ya. After oy. Sizin şu %50 ne zaman bitiyor? Abi bir süresi yok değil mi? O geçse de farklı indirim veriyor yani. He? O kalksa bile farklı indirim veriyor. Öyle mi? Evet. 50% пока продолжают, друзья. Говорят, если убирают, другой будет придумать. Не переживайте. Но цена я вам показал. Чинси почем? Ну, это 5000 тира. Только один вещь я видел, дорого здесь. 1500, 1700, 9000 лира. Ревайс, чинси, дорогие зрители. Опа. И здесь два звука есть, друзья. Либо вода, либо деньги. Вкусно пахнет. Хлор. Переехал Мави, друзья. Посмотрим сейчас, что модель. Мави уже там, когда после коронавируса, новая модель никогда не делал, не передумал. Просто футболку придумал. Мави спортивный магазин, друзья, у нас Турция, настоящая Турция была. Если продали, они, я не знаю. Но это турецкий фирма. Вроде был тоже турецкий фирма, французы продали это. $400 футболка, обычная, простая футболка. Смотрим. $300. Это внутри, что его цена 800 лира. А почему синий сок речет, непонятно вообще. Мави, друзья, у них джинсы тоже качество отличное, хорошее. 1000 лира. Но цвет лучше, нормально есть, красиво есть. Тоже 1000 лира. И здесь женские части. Вот кому-то понравится вот такой джинс, я не знаю. Всех надо уважать. Вот 1000 лира, белые вещи, 1100 лира. Пиджак. Друзья, Чечене Дин, который несколько штук в языке поговорю. Когда там по-русски постоянно начинаю, потом что-то международное, язык, слово попадет. Потом все, мозги перепутываем. По-настоящему, каждое слово я знаю. 750 лира. 700 лира. Ради бога, что-то передумали. 800 лира. Друзья, остальное, которое средненький стоит, базар тоже можно найти вот такой. Серьезно говоря, базар можно найти 600 лира, но базар можно там 100-150 лира купить. Вот этом футболке, которая 260 лира. Мави особенно, которой ничего нету. $500. Даже марка, которой нету, серьезно, сверху. Где-то в 90-м году это такой пиджак очень-очень популярный был. Каждым человеком был. Внизу свитер, сверху пиджак.
760 lira. Sweater. Pijak 1200 lira. Мужской джинсы посмотрим, но за 1200 лира. Вот это сейчас я одеваю, вот она. Я в Акиеке купил, Эскишехир, за 400 лира. Вот так же. 1300 лира. Вот, пожалуйста. Одно и то же вещь. Жена меня ругается, говорят, ты не умеешь качественно одеваться. Я говорю, зачем тебе касается, ты себе одевай. Я уже женатый такой, 40 лет мужчина. Кому я нужен одеть, который красиво? Правильно, нет? Друзья, я так планировал шорты купить себе, посмотреть. Наверное, ничего нету, честно говоря. Еще так новый сезон, ничего не привезли, там шорты, морки нету. Может там конца месяца будет. Вот такой там. Вот так вот. Вот 700 лира рубашка. Мави когда начал, который свой товар продавать базара, уже качество испортил сам себе. Они оптом дают базара. Базар продают, который там сумавен. Поэтому качество уже там хуже осталось. Вроде тоже начало, которое очень хорошее было. Потом упал соу базар. Потом французы купили эту марку. Отвезли в Францию. А сейчас вроде вообще нету Турции. Найти очень тяжело. Нету. Вот 739 лира. Вот была такой. Посмотрим, шорт еще нету. Вот такой ерунда есть. Друзья, магазин Усполо, который вот она, тоже есть, но они реально дорого продают, но качественные вещи у них. Которые можно купить одну футболку, 2000 лира купить, но долго-долго можно одевать. Колумбия есть еще, тоже у них там качество отлично, хорошее. Но стоит купить, не стоит, я не знаю. Давайте немножко я так прогуляю, посмотрю, а почем, что, какая. Усполо, друзья, здесь. 1500-2000, говорят, скидка типа есть. Начало сезона, который сейчас. 1350 лира футболку. Начало сезона они хотят, которые со много чего продавать, вместо у них новое что-то положить. Очень интересные джинсы. Зеленые джинсы. Серьезно. Практически везде очень-очень мало клиентов. Очень мало. Синник где? Найти очень тяжело синник. Вот синник. 349 лира. Не может быть. Это, это ремель. Где? На его синник где? 1750 лира. Вот тоже есть такой момент, люди видят там ремели цена, потом начинают померить туда-сюда. Касса узнает, какая сумма. Потом народ говорит, турцы обманывали у нас. И два раз, два синяки есть туда, надо аккуратно посмотреть. У них реально красиво вещи есть. И... 1800 лира. Ерунда рубашка. Друзья, у них вещи унисекс, которые
универсально, всех можно одевать. Но мужской цвет немножко себя показывает сразу. Футболка где-то около 800 лира тоже есть, 850 лира. Это домашняя футболка, я так сомневаюсь, которая 800 лир, 900 лира. Можно так в Афике купить, там дома одевать футболку, много чего. Это моя жена есть, я знаю, 1150 лира. Вот таком немножко на улице одеть футболки. Красота немножко дороговата и здесь. Купальники, которые Levi's и сына одно и то же. Ну, разве Усполо вот, да, такой, у них сумка есть. 9400 лира. 9000 лира. 3300 одна. Сумку всегда, которую народ смотрит, обязательно сумочный магазин снимаю вам и показываю. Такой джинс 2000 лир, друзья, зеленый джинс. И такой красивая футболка 1550 лир, рубашка 2500 лир, около 2000 лир. Вот здесь реклама у них. Можно такой шорты, короче, 1700 лира шорты, которые есть идея, что ты не пользуешь джинсы, можно порезать, можно делать красиво шорты. Друзья, это магазин я Le TB, который, как у них имя, как банка, я несколько раз купил футболки, если честно, нет, некачественно. Смотрите, аутлет в Афике, и здесь точно много народ, потому что и здесь самый дешевле магазин, самый дешевле. Германия, короче, народ приезжает сюда, обязательно аутлет должна писать. Германия приезжает, аутлет в Афике покупают и отвезет в Германию. Это я не понимаю. У них 100 евро, короче, у нас огромные деньги. 330 лира, друзья, вот футболка. Давай женский часто пойдем, что есть. $220-230 лира. Джинсы, которые где-то 400 лира, 450 лира. Ну, друзья, здесь надо найти хороший, красивый свой. Свой, который модель. У них нету, который там, может, есть уже. Давно-давно не было здесь. Вот такой джинсы 500 лира. И здесь такой запах есть, не представляете. 179 лира, вот шапочка, море. Простая, которая 130 лира. А не ди. Они. Анни Джи. Рубашка, друзья, посмотрим. 300 лира. Вот такой красивая рубашка есть. Линия такой. Это рубашка или что она? Не написано. 400 лира. Наверное, эти пижама сверху так одеть. Вот такую 360 лира. Я видел, который человек здесь приезжает. Вот такую красивую вещь, что оптом покупают, дешевле даже. Отвезет в свой магазин, где они приезжают. Там продают. Огромная сумма, смотрите. Они порежут сюда. Порежут сюда, в Афике, вот все остается. Вот. Особенно Белоруссия они делают, это Белоруссия. Которые мы один раз купили туда что-то в магазине. Я видел там даже туристы, которые карты, они рекламы, которые поставили туда. Визиточку туристы настоящий показывают. Я Турция позвонил человеку, я говорил, в Беларуси я видел вашу рекламу, хочу там оптом купить.
Слава говорят, мы только продаем трусики, больше у нас ничего нету. Откуда вы забрали, которые это обман? Так, да, я так узнавал. Ага. 600 лира. И здесь, которые всех магазинов, сколько осталось? 1-2 штук, 1-2 штук. Вот все. А вот лети привезет, а вот лети продают, друзья. Поэтому и здесь. Вот. Все много разное. Найти себе, которые что-то вещи, тяжело. Надо переехать сюда заранее. И много времени надо потратить здесь. Потому что, смотрите, сколько джинсы. Каждым другой модель, каждым другой цвет. Надо найти свой размер, который вот. И еще там, смотрите, большой пореженный есть. Итальянский стиль есть, обычный стиль есть, другой стиль есть. Надо найти. Но обычные магазины, которые аутлетом, между собой нет большой разницы. Предупреждаю, обычные магазины, новая модель, берите. Может, так они долго-долго стоял, понимаете? Может быть, порвется, 3000 километров отвезешь домой, жалко, потом плакать будешь. Вот, 450 лира. Самый дешевый магазин, вот. 450 лира. Вот спортивно. В каждом месте это размер. Было такое, дорогие зрители. На следующем магазине пойду. Друзья, европейский магазин Occasion. Occasion — старые вещи, которые переводится. Lacoste продают. Lacoste здесь самая дорогая модель, самая дорогая магазин. Представляете, для меня, я говорю, может, для вас там дешевле, я не знаю, но точно ваша страна еще, ого, 1500. Всех начал, наверное, скидка, рубашка дешевле, сколько народу я не видел раньше здесь, футболка 4500. Да, магазин немножко дороговато было, но 60% вот здесь скидка поставили. Рубашка 1800 лира, 1900 лира. Тоже скидка, тоже скидка. Везде скидка, я так вижу, друзья, последний момент, 50% скидка здесь. 9,5-5500 чем-то упал. И здесь тоже 60% скидка. По-настоящему. Это не Lacoste. Говорит, Lacoste сверху нету, который. Ага, вот здесь есть. 60% скидка. 2500 лира. Реально. Женские части. Дорогие зрители, такое особенно. Нету так глаза под вкусом, которые. Lacoste обувь. Только скидка, говорили наши люди. Сразу бежу туда. Особенно ничего нету интересного, серьезно говоря. Какой тяжелый обувь. Ай-яй-яй.
Пойдем дальше, друзья. Вакко. Начало был, который... Каждый сериал, они был спонсор. Вакко. Вот эта фирма. Вакика Аутлет, который начало торговый центр, друзья. Обычный, короче, Вакики, сеть страна стоит. Но реально хороший магазин. Обувь, друзья, сейчас тоже скидками, скидками идет. И очки тоже можно. 600-700 лира можно купить очки. Я не знаю, который сейчас всех начал такой-то скидкам. Интересно. Таком я не видел раньше, честно говорю. Там в костюм магазине Лакосте такой 1600-1700 лира. Вряд ли вот. Но не знаю. Какой ярче, видите, разница. Ярче. Боже. Ярче, видите, какой свете. Вот. Смотрите, магазин внутри, как красиво выглядит. Магазин внутри очень красиво. Коридор очень хуже. Человек покупает магазин, очень красиво себе думает. Коридор выходит, уже некрасиво. Вот разница, хитрости. Смотрите, и здесь тоже можно было повесить цвет. По-другому был бы магазин, совсем по-другому. Ну, друзья, давай де-факто тоже показываю вам. Де-факто тоже дешевле магазин обычный. Да. Де-факто аутлет я не видел, друзья. Но де-факто, которые модели красиво, чем Вакики. Но люди говорят, Вакики качественно, чем де-факто. Но и здесь другой цвет, видите, совсем. Может, в магазине цвет, который разный, поэтому 200 литров полка, друзья. Хорошая вещь, реально. А второй этаж мужской, первый этаж женский здесь. 250 литров полку. Женский одежду. В этом году, значит, зеленые тонны. Модно будет 500 лир это. Тысячи 200 лира, друзья. 1400 лира. 1200 лира маленький тоже. Серединка эти нету. Синик. Джинс. 500 лира. Вот 400 лира джинсы, черные. Де факто можно найти много чего, дорогие зрители. Это однозначно. Но я так читаю, сезонно. Сезонно покупаю дешевле, потом выбрасываю, потом новые покупаю. Вот это тайты, которые спортивные, вот таком. 500 лира, на друзья, сумма. Это 400 лира. Вот йога, мога, кто-то интересуется. И здесь спортивные части у них. Вот много чего есть. В принципе. Друзья, купил на магазине, который вот мыло, шампунь, брить, пена, себя дома. Дети, которые там что-то купил. Кто-то спросил, дедурант купить. Дедурант купил. Сейчас потихоньку пойду домой, дорогие зрители. А что я видел здесь, дорогие зрители? Быстро-быстро расскажу вам. Много скидка есть, однозначно. Но не совсем дешевле, не совсем дорого. Но каждый магазин ждет много народу, которые... Полупустой магазин всех. Полупустой. Может, на этом время вот такой
после праздник у нас может уставшие, поэтому не знаю, дорогие зрители, была такой. Люблю вас, дорогие зрители. Кто-то переезжает в Турцию, вот уже узнаете, который, какой сына, какая дела, откуда, что. Уже видели. Люблю вас, всем пока, увидимся.